相手がギルダースだろうとなんだろうとぶん殴って一言言ってって言わせてやる。帰れよ。てかまだ何もしてねえ。Он из Фиора, где хвост феи были первыми. Все были верными, все обладали силами безмерными. Один из них волшебник нацию драгонил его и гнил. С самого детства воспитал и обучил, Носит кашне, с которым он не хочет расставаться. Ведь это подарок, а ты гнила не покрасоваться. Огненный маг убийца драконов железо плавит. Если сделано из стали, все равно справится пламя. Чек готов пожертвовать собой ради спасения друга. Можно положиться на него, если придется туго. Чуток эра натура, но подглядывать он думал. Когда Люси принимала душ, но после передумал. Всегда пытается он доказать им свою силу, потому бросает вызов всем магам из класса психон. После его участия в каких-либо сражениях остается пепел и не обойтись без разрушений. Он сын дракона, для него нету закона. Один против легиона будет биться до конца отца. Свободный парень, будто бы в небе ворона. Он и Хэппи вместе покоряют эти небеса, отца. Он сын дракона, для него нету закона. Один против легиона будет биться до конца отца. Свободный парень, будто бы в небе ворона. Он и Хэппи вместе покоряют эти небеса, са. Прах. Когда Лисана пропала, Нацу расстроился очень. Но кто же знал, что захочет он веселиться до ночи. Когда узнает, что жива и была в Эдаласе, пани больше не плачут, просто веселятся дальше. Он обожает поездки, шучу наоборот. Когда он видит транспорт, то становится плохо, блюет. Безболезненно передвигаться может лишь на хэппи. Где бы ни был он и хэппи, без проблем летают в небе. Однажды Нацу осознал истинный страх и понял, что можно помочь себе, своим друзьям, да и не только. Кто смог напугать его? Конечно, это Килдерс был тот.